Всем привет! Меня зовут Никита, и я педагог по гитаре в школе вокала и сценического искусства «Сигнон». Сейчас я расскажу вам, как играть один из самых основных видов боя на гитаре. В русскоязычном интернете его зовут «шестерка». 1, 2, 3, 4, 5, 6. Звучит он так. На него ложится 80% всех песен. Что для этого нужно? Зажмем аккорд какой-нибудь, допустим, АМ, он же ля минор. Все, зажали. Что мы сделаем правой рукой? Сначала бьем по струнам вниз. Потом руку поднимаем. Бьем вниз вверх. Руку опускаем. И бьем вверх, вниз, вверх. Вот, постарайтесь просто тренироваться, пока рука не дойдет до автомата. Это обычно не очень долго занимает. Супер. 10. Ставлю десятку, потому что надо же кому-то поставить.